Всем привет! 227-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 10 января. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть через несколько дней. Если вы хотите, чтобы тайна про Джевахира была наконец-то раскрыта, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Джевахир пробрался в компанию Сабихи как раз в тот момент, когда в ней начинает свою работу Дилан. Джевахир уверен в том, что победителем в войне не всегда будет Баран Карабей. Он надеется найти у него слабое место и неожиданно туда ударить. Мысленно Джевахир уже начал новое сражение с Бараном, а он даже не догадывается, как близко к нему подобрался его враг и как хорошо он его изучил. Дилан поговорила с Уратом и дала ему хороший совет, после чего он нашел Гюль и решил с ней помириться. Фарату нужно научиться быть ответственным, ведь теперь он глава семьи, а Гюль его верная спутница. Им нужно держаться друг за друга и оберегать свою семью. Баран гордится Дилан и ее умением ладить с людьми. Ему приятно, что она стремится к миру и прощает, и никогда не мстит. Но сам он не привык прощать, и он наказывает тех, кто обидел его или его близких. Интересно, как поведет себя Баран, когда поймет, что его врагом является Джевахир. Если не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.